Наталья из КЗ в ЦЗ. Сегодня мы встали утром, и Наталка говорит, плохо то, что здесь нету поблизости какого-нибудь леса. А я говорю, давай посмотрим, может, что-то есть поблизости. Прогуляемся, так найдем, там будем прогуливаться. Может, какие-то есть рыбники, такие маленькие озера. И представьте себе, мы посмотрели, и недалеко от нас есть такой природный парк. Забыл, как называется, но сейчас мы подойдем туда и прочитаем. От нас находится 19 минут, и он, вот посмотрите, это такой автобан чешский. Он идет в ту сторону Плезень, Брно, Устье над Лабом. Ну, ничем не уступает, я думаю, немецкому автобану, тоже хороший. И сейчас мы пройдем, а вон там, посмотрите, уже вот этот природный парк. Сейчас осталось буквально 5 минут, 10 минут, и мы будем уже там. Ну, как будем там, заснимем, какая там красота. Ребят, вот природный парк. А справа Наталка увидела яблоки. Сейчас она будет рвать. Мы, кстати, шли, там такое сорвали вкусное яблоко настоящее. И она говорит, гриб здесь. Да, он настоящий, смотри, толстый, да. Это хороший гриб. Осенний урожай. Ага. Так не рви, пускай будет. Зачем? Если там будут грибы. Иди. Молодец, Наталка. Надо срезать. Так это добрый, да, гриб? Будет. А ты обратно посадила? Нормально. Так, ребят, туда пойдем мы сейчас. Я уже отсюда вижу, там все пострижено, газон пострижен. И посмотрите, сколько яблок. Я подойду поближе. Видите, падают, лежат, никто не собирает. Такой сад. Дорогие друзья, мы подошли, и вот тут, посмотрите, рыбник. Тут, кстати, видите, удочки стоят. Человек ловит рыбу. Лес. Посмотрите, такая деревянная статуя. Кстати, я вам покажу тут. Посмотрите, какое дерево. Это ива? Да. Такая здоровая. А ей много лет, наверное. Так, конечно, посмотрите, какой ствол. И ветки красивые такие, знаете? Да, посмотри. Здесь, смотрите, ребят. А, вот еще шампиньоны. Смотри, Наталка, сколько их. Да, это настоящий. Смотрите. Сколько? Да. Вон, да. Вон маленькие. Смотрите, ребят, сколько шампиньонов, а мы покупаем их. Смотрите, здесь целая поляна. Видите, ребята, лавочки. Ну, плохо видно солнце. Сейчас утро. Пойдем, Наталка, сюда. Я думаю, вам видно, ребят. Видите? Я Наталке говорю, сейчас мы найдем пакетик. Где-то здесь собаками гуляют, и все равно есть такие пакетики, чтобы собирать говняшки. Они чистенькие, такие бумажные. И думаю, туда пособираем шампиньонов. Правда, ножа нету, ну, я думаю, ничего страшного. Наталка полезла на этот, как он, пирс называется. Видите, как хорошо здесь будет прогуливаться. Есть такие лавочки, можно посидеть. И буквально, да, нам показала эта карта 19 минут, так мы зашли за 10, там 12 минут. Можно посидеть на лавочке здесь. Все абсолютно бесплатно и недалеко, насладиться природой. Я думаю, это супер. Дорогие друзья, ну вот мы обходим, мы зашли в этот лес, посмотрели, грибы как бы тоже есть, но много червивых и очень больших. Вот он, лес. Это другая Прага называется. Можно от видео так и назвать. Про Чехия, другая Прага. Потому что все думают, что Прага такая архитектура везде, многомиллионный город,
А, вот это тоже Прага. Получается, от центра сколько? Ну, 15 километров. Так это недалеко. И уже вы в лесу находитесь. Где поют птицы и свежий воздух. Как-то так, ребят. Мы нашли это место, и теперь можно здесь гулять и вечером, и утром. Сегодня я работаю с 11 часов дня до 7. Как бы можно с утра прийти сюда погулять, тем более время от нашего места дислокации до сюда 12-15 минут. Как-то так, ребят. Яблочки сейчас соберем, так плюс грибы, чтобы не идти с пустыми руками. Ну все, ребят, мы обошли. Видите, как этот выглядит рыбничек? Это место милое такое и душевное. Поют птицы, людей вообще никого нету. На той стороне сидят два рыбака, ловят рыбу, но я так ни разу не увидел, что он что-то вытащил. Просто сидит и медитирует. Вот такой воздух очень чистый и пахнет сильно грибами. Ну правильно, грибной сезон. Есть грибочки. Вот они. Там всякие. Вот так, ребят. Здесь уже выложена такая, ну это еще, наверное, с советских времен, такие плитки. И все это, видите, все равно ухожено, ничего так сильно не зарошено. Круто, погуляли. Так, пакетик не нашли, но я думаю, сейчас найдем какой-нибудь. Ребятки, яблоки очень вкусные, посмотрите, какие, видите. Птицы едят. Сейчас мы нарвем яблок себе. Там такие вкусные Наталка где-то нашла. Как семеренко называется, что ли. Посмотрите, здесь попадали. Гниют. Никому не надо. Прям вот висят. А в супермаркете получается по акции 30 крон. Это по акции. А так они стоят 50 крон. И вкуса нету совсем. А эти очень сочные. Видите, такой сад. Везде яблоки. Видите? Получилось такое видео. Нарвали мы, смотрите, каких яблочек. Очень вкусные. Вот так вытираешь их, не надо мыть. Смотрите, какие сочные. Очень сладкие. Не надо покупать, 50 крон тратить. Посмотрите, вот это все сзади. Это все яблоневый сад. А там дальше парк. И грибы есть, и яблоки. Все можно собирать. Ну, ребят, получилось вот такое видео. Напишите комментарии, что вы об этом думаете. Огонь, ребята. Огонь.